Короче, подожди. И кто про меня, и про Руслана. Да ладно. Еду я, короче, на покатуху и поехал случайно под знак. Где грузовикам запрещено. Я что-то думал, что он до полутора тонн. Меня останавливают и находят, что у меня нету страховки. Я объект забыл, что надо говорить, чтобы это самое, чтобы на прибыль. Чтобы РВД, чтобы на прибыль. Все слова забыл. Да там запись есть, я тебе сброшу ссылку. Напиши, что надо говорить. Тихо, тихо. Чтобы попасть на... Леха, что, он сам уже ездит или что? Ёханый бабай. Что-то сыровато здесь. Это что, вы изготовите? Валера будет благодарен сейчас. Под землю уходит машина. А, это противо вот это, чтобы пожара не было в следующем году, чтобы трава не надела. Ну, так же сейчас ездит, не переживайте. Так что, нет передка? Нет. Вообще нету? Есть, но нет вообще. Копеечка идет. Все. А где копейка? Есть копейка? Надо развесить правильно, видишь, не хватает. Короче, это все приготовились на старт. Так, а вон там ленты натянуты. Подъезжай копейкой. Блин, шапка у тебя как в Танзании, только размер маленький, да? Так а что ж теперь будет, блин? Бородач, ты домой не уедешь теперь. Ямки будут. Не уедешь домой теперь. Не та уже Тойота. А он вначале, может, технику закатал. Привет. Так это он. Так, сел серьезный пилот. Тут уже без меня. Не поможет уже, думаешь? Да поможет. А где Мишу давай посадим? Наверное, да. Валера, учи! Ботя, попробуй на заднем приводе. Ботя, закапывай ее. Какой коварный грунт. Да. Такое начало интересное. Не, было уже интересно. Было, уже все пропустил я. Ну реально пропустил, серьезно. Да не, ну сейчас там я вез просто серьезную машину сюда. Сейчас она проедет, мне кажется. Не, круче еще. Тойота на Лапландера. Он не сильно и сидел. Прячься за дерево. За дерево прячься. Да, я не буду видно, за ними художник. Подписывайтесь на канал, смотрите. Инстаграм есть, Ютуб и Фейсбук, да? Да, надо собирать хотя бы 1000 человек, чтобы мы могли тоже пилить трансляции. Постоянно оповещать о наших проказнических действиях. Вот эти ковид-диссиденты. Так, что-то он передумал, да? Или, разгон набирает, наверное? Ну, может, траекторию другую менять. Так, 80-ка на Лапландерах. Блин, чуть не проехал.
Попытка номер два. Смотри, ходом нормально пошел. Пробивает, видишь? Да, такой торфяник не детский. Не спущены, наверное. Спуститься бы должен ехать. Сороковые триподоры. А что ты привез его? Ты можешь хоть как-то, я не знаю, что это. Это ты это. У кого-то кобеля собрался. Собаки, да. Ты не собака, бегал. Мухтар какой-то, да? Да. Какой же заступ. Тоже было дело, да. Я тебе не знаю. Слышь, кто до ленты доедет или что? Ой, такой-то новенький, да? Да. На дадже к нам приехал. А где его внедорожник? А он на дадже сегодня участвует, он в категории с копейкой участвовал. А, копейка объехала. Выиграла копейка? Да, копейка объехала, да. Да. Валера, слабый на задок, забуксовал сразу. Да, тут до спецучастка доехал, главное, да? Уперся в ленточку. Если бы спустился, было бы легче ему. Не спущенный, наверное. Ты спрашивал у него, нет? У тебя бабла бы не было, ты бы эту технику не сделал, ты мог бы сидеть как все. Купи Ниву и катайся, да? А. И все. Похрен, что покупать, просто катайся. Хоть на копейке. Слышь, а копейка, если нормально разгонится, она до того места может долететь, в принципе. Помало куда ее, конечно, попало. Выехал. Да. Да, колеса не спускал. Там накидаешь болото, чтобы в следующий раз, когда мы здесь катались, чтобы здесь был запах яблок там, ландышей каких-то. А то что оно говном несет с болота у тебя здесь? Пока тебя не было и не было такого запаха. Вот правда всплыла. А колеса не спускали, да? Сколько? Единица, да? Мало, надо еще, значит. Блин, разуется. Ну да, потом не очень. Ну чуть не проехал. Сейчас УАЗ покажет, как надо. Так, новая траектория. Что-то он не попал в ленту, да?
надо Dodge вызывать этот, не Dodge, надо ГАЗ-63 вызывать, мне кажется. Смотри, не садится, копает. Ого! Да, 40-е триподоры. Ну что, он там на кочку выскочил? Давай! О, прошел, красавчик. А задними не прошел. Каждый заезд дальше и дальше, да? Тут достают. Как раз тут видишь, оно сильно большого хода отрезает. Все, китаец тоже приехал. Миша, Миша, подъезжай. Миша, это все приехали на тебя посмотреть, так бы никого и не было бы. Еще паровозиком больше сядет, больше соберется. Да ладно. Леха, ты же говорил, нормально едет машина. Что? А там Валера научился, когда тот про Dodge рассказывал. Включать раздачу выставляешь на продажу? Заходи на Авторио, выкладывай, я тебе фотку сброшу сейчас. Давай под моим аккаунтом, там камера уже продается. Русь, давай, в Охруде не была, бабушка по хлеб только ездила. Внук первый раз выехал. В Пекине, да? В Пекине. Красиво. Еще чуть сильнее по газу, так чтоб сесть можно было получше. Так, вот серьезный аппарат едет. Все. Так они туда налево. Куда? Руслан, покажи нормальную дорогу людям. Стой, стой! Витя, не туда! Проскочили оффроуд. Так что, он же на заднем приводе. Да. Может, заработает или нет? Не знаю. Та вон приехал, смотри кто. А ты собираешься ехать, Валера? Или траншею вокруг твоей машины, сотни не уедут. Дайте лопату. Знаешь, на кого сейчас похож? Когда он была раньше криминальная хроника, им такой квадратик рисовали перед лицом, это самое, и голос меняли. Ну да, да. А потом так раз, и камера здесь. Давай, квадрация. Видел, где Toyota? Да, я подъехал. Видишь, они игнорируют. Поверните, фоточку запилю. Что тут у вас, да? Попозируй, Паша, попозируй. Фоточки да, упили, это моя парочка, блин. Да, Леха влит нормально так. Блин, красиво. Красиво выскочил. Так, это Юра с Бобровицы. Тут все это и Чернигов, и Бобровица, и Прилуки. В общем, полная банда. Так, вот какой-то еще маньяк на Хаммере.
Сашка опять в колею запрыгнул. Вес, конечно, машины играет роль. И вот, пошло Рубилово обратно. По лайту пошел. Пошел по лайту. Обратно не захотел. Вот так вот умеет Mitsubishi. Теперь у нас едет Кальмирочек. Паша опять прыгнул в колею. Чуть-чуть не се... А, малой за рулем был? Я понял, красавчик! Вот оно, учитесь! H2, детенок за рулем! Что творит? Красавец просто! Это жесткий парень. Это он ЗИЛ поменял на этот, на Хаммер? ЗИЛ стоит на этом самом. На месте? Что-то не заводится. Да, Тойота тут хорошо пристроилась, так? Пока никто не достает еще их. Ну, не мог здесь, но будем смотреть.